Да? Как идет эксперимент? Что поделывает Хем? Плоды твоего эксперимента стали едой полевиков. Что? Этот мальчишка ни с чем справиться не может. Ну ничего, я из него дурь шпандрем-то выбью. Не стоит так серчать. Я позаботился о полевиках и принес вам их печенки. Хем считает, что она тоже сгодится. Вот как. Может, он и не слишком глуп. Посмотрим. Мне надо срочно проверить качество печенок. Ты должен срочно обучить меня зельеварению. Да, конечно. Слушай, у меня сейчас нет на это времени, так что держи рецепт. Ты ведь умеешь читать? Да, умею. Сгодится и рецепт. Давай его сюда. Кажется, ты страдаешь от шума куда меньше остальных. 3 капли настойки из болотника в бокал вина перед сном... А там пусть плотник хоть всю ночь молотком стучит. И никаких дорогущих катышков Элгана не надо. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Мне бы хотелось взглянуть на твои товары. Я могу тебе чем-нибудь помочь? Добро пожаловать! Здесь ты найдешь диковинки со всего мира за сущие гроши. Похоже, ты устал. Эта девка-кузнец меня до белого коленя доведет. Ну, купил я хлопковые катышки у Элгара. А толку? Все равно не уснуть. Если так будет продолжаться и дальше, придется ночевать у Ингара. Таверне на утесе. Почему городская стража вам не помогает? А чем они помогут? Только заставят работать еще больше. Нам нужно оружие. Скоро здесь будет полыхать пожар войны. Я бы хотел посмотреть на товары.
Тебя послал Ренвик? Вперед, славный воин! Я безоружна. Не язви. Я здесь по просьбе Винстана. Винстана? Хвала Инносу! У тебя есть подтверждение того, что Ренвик действует заодно с проклятым королем? Да. Многие недели Ренвик тайно вел переговоры с Робором Третьим. Мермунд был их посредником, посланцем темного короля Миртаны. Чтобы это доказать, я выкрала письма Ренвика. О чем вообще эти письма? Это послание лорда Хагена, моему брату, и ответное письмо Ренвика. Только оно никогда не попадет на стол Хагена, потому что я вовремя перехватила бумаги. Мермунд – посланник Робора Третьего? Ты уверена? Да, он пришел вместе с беженцами из Торниары. Но сам потерявшим кровь человеком не выглядел. Был слишком доволен жизнью. Это лишь твои догадки. С Ренвиком он спелся подозрительно быстро. Это при том, что накануне войны мой брат стал еще более осторожным. Сейчас Гертан держит Мермунда под замком. Скоро мы выдавим из него правду. Расскажи мне о Гертане. Мой милый брат. Отважный, благородный и любимый народом. Он готов сражаться, лишь бы уберечь Стюарк от вероломства Ренвика. Если так, бароном должен быть Гертан. Он им будет. Сейчас Гертан собирает верных ему людей. Вместе мы спасем Стюарк. Расскажи мне о Ренвике. Он искренне верит, что поступает мудро. На деле же он слабый и трусливый правитель. Надо свергнуть Ренвика, пока Мермунд не сделал Стюарк придатком Миртаны. Покажи мне письма. Если то, что ты говоришь, действительно правда, то я помогу тебе сместить Ренвика. У меня их уже нет. Как-то нет. После того, как я их украла, люди Ренвика пустились за мной в погоню. Я спрятала их в маленькую деревянную шкатулку и бросила ее с утеса в море в южной части города. Если Иннос был милостив к нам, то шкатулку уже должно было вынести на берег прибоем. Ты можешь попытаться найти письма и отнести их к Гертану? Тогда я смогу, наконец, открыть всем коварные планы, которые наш брат вынашивал уже много лет. Я найду шкатулку с письмами и отнесу их к Гертану. Но вы должны пообещать мне, что как только придете к власти, мой друг Диего будет выпущен из тюрьмы. С радостью дам такое обещание. В шкатулке вместе с письмами ты найдешь и ключ от старого склепа. Гертан хотел устроить там новое убежище. Все думают, что склеп проклят, и потому соглядатые Ренвика ни за что туда не сунутся. А где мне найти этот старый склеп? В холмах на юго-востоке наших владений. Вход находится неподалеку от старой дозорной башни Сетарифа.
Mm-hmm.